Друзья, я вас приветствую на своем канале. Поздравляю с наступающим Новым годом. В силу климатических условий суровых ролики немножко замедлятся у меня, то есть будут не так часто. Погодные условия еще позволяют снимать, но, допустим, видеокамера держит заряд, даже не снимая, 15 минут. То есть она замерзает, аккумуляторы замерзают. Я, конечно, не жалуюсь, есть машина и так далее, но снимать действительно очень трудно. Припустим, заявленное время полета дрона от производителя. У меня дрон, много кто спрашивал, DJI Mavic 2 Zoom. Он должен летать полчаса по заявлению производителя, но в наших климатических условиях он летает всего 5 минут. Потом начинает это все дело, оборудование начинает орать, пищать, говорить о том, что пора возвращаться и так далее. Но я буду снимать и дальше. Друзья, своими подписками, своими адекватными комментариями вы меня просто стимулируете к дальнейшей работе. Спасибо вам за это. По поводу Тимохи. Вы знаете, нашелся одноклассник его. Он, оказывается, детдомовский, и нашелся одноклассник. Я обязательно по этому делу запилю ролик. Он передал сети, консервы и так далее и тому подобное. И я как бы... Не то чтобы я призываю, это, конечно, дело добровольное. Но если вы хотите, так как и он, вы можете написать мне, сконтактироваться со мной и выслать ему, что вы хотите. Дело в том, что скоро подойдет новая аппаратура. Будем с вами рыбачить совсем по-другому. Весной, я думаю, будет что-то нереалистичное, потому что весной я покажу вам целую массу легенд и всевозможных сказаний, которые я знаю и видел воочию. Проведу вас туда, покажу это все дело. У меня есть всевозможные виды транспорта. Мотоциклы, лодки, уже и вертолет маленький. Я покажу и расскажу вам практически все, что я знаю о Якутии. Что я знаю про эти места. Всем моим подписчикам, те, которые подписались совсем недавно, и которые уже давным-давно, и которые с самого начала со мной. Спасибо вам огромное. С Новым годом вас. Я постараюсь вас не разочаровать. Канал я сделал совсем недавно. Зачем я это сделал? Почему? Я не знаю. Видимо, потому что я знаю и видел столько прекрасного и просто замечательного в Якутии, что это все дело переполнилось, и я хочу просто поделиться с вами этим. Может, поэтому. Ну и завтра с утра я уезжаю в город Якутск. Буду брать там автомобиль. Специально решили на семейном совете купить автомобиль получше, побольше, чтобы я мог там везде проезжать, с вами делиться. Обязательно подъеду к такому человеку, техноблогеру Андрею Тоскину. Сейчас ему привет огромный. Мы увидимся с ним буквально через сутки. Он осмотрит автомобиль, вы это все дело увидите. Дело в том, что маленькая букашка уже не справляется с возложенными на нее обязанностями. В тех местах, где мне надо, она регулярно застреет. Так что пришлось ее сменить, друзья. Смотрите, какая красота. И что я сейчас сделаю? Вот сюда на подарочек я прикреплю монетку. По традиции. Друзья, ну спасибо вам за все. Смотрите, подписывайтесь, делитесь видео. Желаю вам огромного здоровья.
встреч, друзья. Увидимся.